шапочку для зим. Вот так у нас, вот в эту, вот сверху вниз у нас долевая нить. Вот сюда поперечная нить. Где поперечная нить, вот здесь мы откладываем размер голови, на размер головы. По размеру 60, 60, 58, 58. Нужно откладывать немножко меньше, но это сложно пока понять. Может быть, мы сейчас тоже меньше сделаем. Прошиваем вот этот шовчик, а здесь как бы примерно в два раза больше. И оставляем дырочку, где-то вот здесь оставлена дырочка, не прошита. Теперь складывай как нужно, Лера. Смотрите, как мы складываем. Лера, вот сюда. Так, правильно. Теперь вот так, да. Так, теперь. И лицо с лицом соединяем, пропуская да. Две. Вот скаловой так. Булавочкой. Внутренней соединяем. Ну, иголочкой. Ну, возьми. Иголочка. Вот сколько булавочек. Вот так вот. Так. И теперь вот так вот уже пропускаем все остальное, скалываем до конца по периметру и прошиваем вот это, а потом вывернем и покажем результат. Вот. Да, так, смотрите, видишь? Девочки, наша шапочка. Вот такая сзади. Поверни спинкой, Лерочка. Так, боком поворачивайся. Боком поворачивайся и передом поворачиваемся. Вот так вот за 5 минут сшили вот такую шапку. Чего и вам желаем. Всем добра.